Выплата пенсии через почтовое отделение прекращается. Денежная помощь с 1 сентября будет начисляться только на банковский счет. Изменения не коснутся лиц с инвалидностью первой группы и людей, которые достигли 80-летнего возраста. Получить выплаты можно у конкретных банков, указанных Пенсионным фондом Украины. Их перечень вы видите на своих экранах. В случае, если к сроку граждане не выберут банк, выплаты с сентября будут осуществляться на текущий счет в Ощадбанке, который откроют по обращению Пенсионного фонда, предварительно проинформировав получателя. При этом в любой момент можно изменить банк по собственному желанию.